Здравствуйте, друзья! Сегодня будем начнем делать варенье из слив. Я вот взяла около 2 килограмм слив. Чищу их вот таким образом, очищаю от косточки на половинки. Сливы на такое варенье надо, чтобы были плотненькие. Из этих слив мы делаем чернослив. Раньше делали, но в этом году их мало. И мы сделаем только варенье. Вот начистила я около 2 килограмм. Сейчас мы взвесим на весах. Ну, я так считаю. Смотреть надо, чтобы червивые не были. Вот попадаются. Обрезаю. Вот, без повреждений. Вот сейчас посмотрим. У нас должно быть 2 килограмма. Дай-ка я включу. Ага. Подожди. Все, подожди. Ну, 2 килограмма минус тара. 2 килограмма и 75 грамм. И высыпаем мы 2 килограмма 1:1 сахара песка. Перемешаем. Здесь 2 килограмма я взвесила. Перемешаем наш сахар с сливами. И он должен постоять у нас. И сливы должны пустить сок. Где-то около 5 часов. Но мы это делаем вот вечером, на ночь. Утром встанем и продолжим варить наше варенье. Вот оставляем, накрываем. Вот, друзья, наша сливка переночевала, пустила вот столько сока. Теперь я ее отправила на плитку и буду ее доводить до кипения. Как только закипит, я сниму пену и выключу плитку. И она будет у меня настаиваться от 4 до 12 часов, ну, когда у меня появится время второй раз ее проваривать. Вот, друзья, прошло 8 часов после первого закипания. Сливы наши отстоялись, и я довожу до кипения второй раз. Половинки целенькие, сливы не разваренные. Варенье и должно быть таким, чтобы вот половинки, кусочки фруктов или ягод были целенькие. Так что довожу до кипения и опять оставляю на часов 8-12. Помешивать нельзя, чтобы не порвать вот наши половинки, чтобы они были целенькие. Вот, друзья, проварили мы наше варенье сливовое с орехами 3 раза с интервалом, ну, 8-10 часов, как у меня там получалось. Получилось оно вот такими вот целыми долечками. Сейчас мы будем его закатывать в подготовленные банки. Банки я подготовила, простерилизовала и крышки прокипятила. Варенье, пока оно горячее, оно получается жидкое. Жидковатое. Но оно остынет. И будет хорошее, потому что я уже проверила. Я налила вот... Сейчас закрою. Куда я делаю уже? А вон. Свое полотенечко. Я налила уже, вот, смотрите, вот ложку этого варенья. И оставила его в холодильнике. И вот, смотрите, какое оно густое. Это оно еще где-то около часа было. А, космос там. Космос? Там закрытый дом. Я думаю, что тут бесится? Ты его за ним встал, спрятал. Вот закрываем. Блин. Вот такое вот получается красивое варенье. Цвет какой красивый. Да. Одна баночка у нас пошла 700 грамм. Сейчас беру литровую баночку, наполняю. Посмотрим. Ой-ой-ой, на рынке у нас сливы такие вот, с которых делают чернослив, 10 гривен килограмм. Сахар
у нас в магазине 12,60 килограмм. Получается, мы взяли 2 килограмма слив, это 20 гривен. И 2 килограмма сахара, это сколько? 25, грубо говоря, гривен. Получается 45 гривен. Стоимость орехов я не знаю, это наши домашние орехи. Ну, в среднем получается 50 гривен. Можно орехи и не добавлять, если нет. Сливовое варенье получится вкусное и без орехов. Просто для красоты. Но с орехами лучше. И если уж есть орехи, в этом году урожай мы орехи, мы добавляем. А было такое, что не было, мы не добавляли. Так что это дело такое, по желанию. И получается у нас, сейчас мы посмотрим, в среднем у нас стоимость, но я электричество еще не посчитала, 2 доллара без электричества. И сколько за 2 доллара у нас получится зимой варенье прекрасного, вкусного. И причем такое варенье, как вы сделаете сами, с слив отборных, с орехами, с сахаром, вы не купите нигде. Так что радуйте себя. Получается, я 3 раза их проваривала. Доводила до кипения. И вот еще одна баночка, наверное, будет. И, наверное, даже еще одна будет. Ну, то мы скушаем. И это будет нам на пробу. Еще одна. Вот такой вот цвет. Видите, какой красивый получился сливовый цвет. Это слива очень хорошо для варенья, такая чернослив. Получилось у нас. А плитку я выключаю уже? Выключай, да. Получилось у нас, значит, ну, покажи баночки, сколько там получилось. Я сейчас наберу еще баночку. Сейчас. Так, вот получилось 700 кило, 400, 2400, почти 3 килограмма. И там 3 килограмма. Ну вот, да, получилось вот такое вот у нас прекрасное варенье. Вот, с орехами, с черносливом. Значит, получилось у нас 1 литр, 700 и 700 это 2 400, 2 900, 3 с хвостиком. Ну вот, друзья, на этом эпопея с вареньем закончилась. Хоть мы делали его с интервалом 8 часов, времени это немножко заняло, но зато будем кушать вкусное и дешевое варенье зимой. До свидания, подписывайтесь, кому интересно, делитесь с друзьями. Пока. Пока.